5 апреля в 11:40 получаем сообщение о пожаре в районе деревни Сапково, что недалеко от поселка Сахарова. Огонь захватил здание ангара, которое некогда принадлежало учхозу Сахарова. Сейчас, по данным сотрудников МЧС, здание выкуплено и находится в частном владении. Совсем рядом с горящим строением жилые дома. Местные прибежали посмотреть, есть ли угроза распространения огня. Опасно, конечно, потому что горит не первый раз. Раньше это все принадлежало учхозу Сахарова, а потом оно распродалось, очевидно, в частные руки. И каждый раз приезжают новые владельцы и говорят: мы владелец, по ночам бегаем, то здесь загорелось, то там загорелось. Потому что страшно, дома жилые рядом, две деревни, Сапково, Горютино. Вот. И, естественно, сейчас трава сухая, и все, он шифер летит, огонь горит. Конечно, страшно. Население сразу бежит бегом, смотрит, что горит, где горит, вызывает пожарные машины. Ну, я вижу, что здесь в этот раз оперативно приехали пожарные. Да, приехали очень быстро. На ликвидацию возгорания работали отделения специализированной пожарно-спасательной части, пожарной части номер 72 и сахаровские огнеборцы. Угрозы распространения огня на соседние строения удалось избежать. В 12:17 объявлено о ликвидации открытого горения. Никто из людей в пожаре не пострадал. Что стало причиной столь мощного возгорания, устанавливают дознаватели. По словам местных жителей, в течение последних нескольких месяцев в здание ангара что-то привозили на хранение. Ничего не вывозили. На все вопросы «возможно» ответит владелец помещения.